Латвия захотела избавиться от «Газпрома». Правительство Латвии и «Газпром» ведут переговоры о выкупе принадлежащей российской компании доли местного газового оператора «Connexxion Baltic Grid». Об этом заявил министр экономики страны Арвила Шереденс, сообщает «Балтенрус». По его словам, соглашение пока не достигнуто. Мы ждем ответа от «Газпрома». Реакция есть, но мы не можем договориться об условиях, на которых государство могло бы выкупить акции. В основном речь идет о цене, уточнила Шереденс. «Газпром» должен был продать принадлежащие ему акции «Connexxion», но не сделал этого, поэтому по-прежнему остается акционером латвийской компании без права голоса, но с возможностью получать дивиденды, отмечает агентство. Российскому концерну принадлежит 34% акций оператора по транспортировке и хранению газа «Connexxion Baltic Grid». «Газпром» приобрел эту долю в 2017 году при реорганизации компании «Литвиджес Гази». Согласно новому закону об энергетике Латвии, для выполнения условия третьего энергопакета Европейского Союза, законодательство ЕС, регулирующее энергетический рынок, монополисту «Литвиджес Гази» следовало разделить газовые компании по виду деятельности. Ранее Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии пришла к выводу о существовании риска того, что «Газпром», как акционер «Литвиджес Гази» и одновременно оператор «Connexxion Baltic Grid» будет контролировать «Connexxion». «Газпром» по-прежнему сохраняет значительное влияние на рынки газа в Латвии, полагает комиссия. Больше важных новостей в TELEGRAM канале «Лента дня». Подписывайся, перейти в «Мою ленту», новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.